Во Владикавказе проходит образовательный практикум «Инфорум». На его площадке собрались коллеги, чтобы поговорить об актуальных вопросах профессии, познакомиться и поделиться опытом. Обсуждают взаимодействие СМИ, власти и общества. А еще говорят о будущем регионального телевидения в условиях современного общества. Образовательный практикум инициировал Союз журналистов России при поддержке Комитета по делам печати и массовых коммуникаций республики. Он проходит по всей стране. Как отмечают организаторы, в большей степени этот практикум рассчитан на молодежь. В работе форума принимают участие федеральные коллеги и специалисты из республик СКФО. Они подготовили доклады и мастер-классы для журналистов Осетии. Как отметил генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких, представителям СМИ по всей стране очень важно взаимодействовать и помогать друг другу. Мероприятие, которое сегодня, это очень хорошая инициатива Союза журналистов России, образовательные семинары, которые путешествуют по разным регионам России и позволяют привести к одному знаменателю, к общему знаменателю сотрудников медиа разных регионов. Это очень здорово, очень полезно, тем более, что все равно во всех регионах есть своя специфика, ментальность и так далее, это надо учитывать. Поэтому я очень рад, счастлив и горд быть здесь.